Всем привет, ребята, вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, и сегодня мы продолжаем играть растения против зомби-герой, и играем мы сами сегодня за зомби. Глава наша называется «Вторжение Цитрона», четвертая глава, но перед этим давайте откроем мы с вами пару паков, базовых наборов, или же стикеров можно их называть. Давайте базовый набор, 4 штучки сейчас будем открывать, и будет нам счастье. Нажимаем, чтобы открыть, смотрим. Смотрим. Кто же это у нас такой? Автор эпитафий. Окей, а дальше идем. Так, дирижер оркестра. Это у нас зомби с телефоном. Идем дальше. Так. Спускаемся обратно вниз. Открываем еще один базовый набор. И смотрим, что же еще нам тут подгонят, ребята. Это у нас морковка. Так, морковолерия. Окей, это у нас далекое-далеко. И труба чиста. Идем мы с вами дальше. Ребята, не забудьте поставить лайк, кому нравится видео, и еще подписаться на канал. Базовые наборы открываем третий. И смотрим, что же там нам еще подгонят. Итак, смотрим. За зомби тут инженер дронов, отлично. Идем дальше. Так, 5 стрел, окей. И это у нас чокнутый зомби, отлично. Идем дальше, открываем последний базовый набор, потом у нас будет эксклюзивный. Так, давай, открывайся, стикерчик ты наш, зеленый. Это у нас далеко, далекое-далеко. Ну, конечно, назвали вообще четкий боб и какое-то новое растение. Так, рассада. Что же за рассада? Начало следующего хода. Так, превращение в случайное растение, которое стоит 6 солнышек или меньше. Окей. И идем, ребята, мы сами дальше открывать эксклюзивный наборчик. У нас 110 алмазов. И мы можем открыть один набор, где... Пока что по бонусу 2x идет. Давайте откроем. И что же у нас там сейчас будет? Так, что-то интересное. Это у нас великий цукини. Это у нас легендарный. Охренеть, отлично. Вот это мне опять фартануло. Так, стальная магнолия. Окей. И последнее, зомби Конга. Идем дальше. Получаем следующий пак. Открываем, и что же там интересно сейчас будет? Так, я вижу, что там легендарок нету. Токсичный бесенок, окей. Зомби-ныряльщик, и последний, это у нас сельдепушка, отлично. Ну что же, ребята, давайте продолжим проходить наши главы. Так, четвертая глава, за зомби, вторжение Цитроном. Давайте посмотрим, что же там интересное сейчас будет. Играем мы с вами за бесячество. С бесячеством, то есть с героем бесячества. И посмотрим, какие же новые тут у нас геройчики есть. Так, нужно нам добавить побольше Гаргантюа. И кого же интересно нам лучше всего убрать? Тут, можно сказать, все по одному. А вот где все по 3 штучки, я думаю, можно убрать, например, ниндзя. И давайте добавим мы с вами кого же. Давайте Гаргантюа добавим. Это у нас Гаргантюа сюрприз. Окей. Закрываем. Кого еще мы можем добавить? Зомби с моржом у нас есть. Пожарник у нас вроде бы, да, есть уже. О! Мое любимое. Сейчас мы с вами добавим еще курочек. Но перед этим нам нужно удалить кого-нибудь. Кого же интересно удалить? Давайте, наверное, зомби-русалочку. Как она называется? Так, бесенок-рыбка. Бесенок-рыбка. Окей, ну я ее называю русалкой. Давайте добавим вот этих курочек. Добавляем. И это у нас называется информация. Так, курятник. Наносит 2 единицы урона всем растениям. Вот это вообще крутая карта. Это у нас кто? Информация. Так, дирижер оркестра, окей. Кстати, вот этот зомби тоже интересный. Командир бесенок. Когда бесенок наносит урон растению героя, вы вытаскиваете карту. Отлично. И вижу смысл тоже добавить их. Давайте кого-нибудь нахрен уберем.
Так, кого же лучше всего убрать? Мелкого бесенка просто давайте удалим. И добавим мы с вами... Так. Вот тебя. И вот тут есть еще одна карта. Это у нас зомби-разбойник. При нанесении урона растению герою-пиратам. Плюс одна жизнь и одна атака. Это у нас так, инструктор по аэробике. Эксклюзивный редкий. Тоже надо добавить. Но куда? Куда добавлять? Фиг знает. Ну, давайте, знаете, что сделаем? Уберем вот эту карту и добавим вот этого пирата еще одного. И кого же? Давайте русалку уберем еще одну и добавим. Добавим кого? Вот. Вот тебя. Есть еще один, вот этот вроде бы тоже крайне редкий, да? А, нет, эксклюзивно легендарный. Давайте тоже, кстати, поставим. И вместо кого нам нужно... Давайте убираем ниндзя и добавляем мы с вами эксклюзив. Отлично. Теперь давайте попробуем, продолжим. Может быть, я что-то сделал неправильно. Не могу сказать, что я прям такой эксперт-эксперт по этой игре, поэтому могу ошибаться. Ну что ж, давайте продолжим проходить. И цитрончик у нас, апельсинчик к нам пришел. Новое сообщение от зомбосса. Тема цитрон. Как меня достал этот апельсин? Он поставил свой флаг на луне. Так, остановите это полнолунное безумие. Нажмите, чтобы продолжить. И бесячество против цитрончика. Посмотрим, что же тут интересного сейчас у нас будет. Воу, какая карта интересная, какое поле прикольное, да, ребята? Так, вытягиваем стартовые карты. Вот тебя мы сразу поменяем, отлично, и... Так, все окей, давайте поехали. Попробуем начать с таким составом, посмотрим, что у нас будет дальше. Ход зомби. Окей, а что же нам лучше всего сделать? Давайте, наверное, мы попробуем пропустить ход. Так, ход растений. Так, это у нас сельдерейчик, сельдепушка, и все зомби получают способность кровожадность. Нет, у нас нету зомби, поэтому мы не будем использовать эту карту. Получим мы с вами 2 урона от сельдепушки, и бесенок рыбка есть, и есть у нас... Так, как же нам быть? Блинский, и давайте, знаете, что мы с вами сделаем? Давайте все-таки... Так, 1 и 2. 2, 2, 2. Блин, даже не знаю, как нам быть. Ну, давайте... Есть... Давайте почитаем вот про это зомби. Чокнутые зомби, часы зомби. Базовый, обычный. Ну, давайте поставим вот его. И следующий ход, я думаю, будет все-таки наш. И мы замочим этого цитрона. Давай. Эх ты, скотина. Воу-воу-воу. Так, опасно. Так, сражение. Таранс. Тудунс. Тудунс. Окей. Сейчас мы с вами, ребята, позабавимся. Окей. И что же мы с вами будем делать? У нас три мозга. И в первую очередь мы с вами... Так, это у нас подтанцовщик, да? Давайте... Блин, мне бы жизни побольше какой-нибудь зомби. 4 жизни, 2 атаки. 3. Вот, в принципе, да. Хорошая карточка у нас должна получиться. И ход растений. Так, и приемы зомби. Приемы мы не можем сделать. У нас больше нету мозгов. 14-20 пока что. И мы пока что, ребята, проигрываем, но все еще впереди, и я надеюсь, у нас, ребята, все получится. Давайте вот так вот сделаем. И вот сюда подтанцовщика размещаем, и еще вот сюда теннисистку. Вот это отлично. Сейчас мы с вами, ребята, позабавимся. Так, ход растений. Так, разместить. Так, что такое? Что это такое? Что это? Так, это у нас 2 ореха. Окей. Новые орешки. Сейчас я вам покажу. Так, подтанцовщик, окей. Нет, это дирижер подтанцовщика, да, вроде бы? Блин, забыл, как его зовут. Да, диско-зомби, то есть диско-зомби, юху.
Гаргантю нам выпало, и пока что Гаргантю мы не будем использовать. Мы используем с вами... Так, сейчас скажу, кого. Одна атака, три атаки. О, бесенка вот сюда, и... блин, неправильно сделал. Неправильно сделал. Нужно было оставить один мозг все-таки для кровожадности. Уничтожает надгробие. Ах ты скотина, ладно. Так, вот, вот что это такое у нас оказывается. И даже так можно. Убили моего бесенка, к сожалению. Орешек у нас все еще жив. И блин. Ну, конечно, эти орешки много хлопот нам принесли. И так, кровожадность, это нам не канает. Одна атака. Все-таки, наверное, мы с вами, знаете, что сделаем. Это кто у нас? При использовании сверху наносит 3 единицы урона. Давай. А нет, блин. Черт побери. Неправильно вышел. Надо было все-таки его сверху ставить, где стоит у нас подтанцовщик. Давайте всех сделаем кровожадными, окей. Получаем мы с вами ниндзя и можем продолжить. Так, сражение. Та-дам! Та-дам-с! Бумс! Так. Что мы с вами дальше делаем? Я думаю, пришло время Гаргантюа. Потом мы можем вот так вот. Амфибия. Так, ниндзя ставим. И ход растений. Так, уничтожать надгробие. Опять скотина Гаргантюа, блин. Вот и цитрон, скотина. Ну ладно, скоро твои карты закончатся. И мы с тобой, ребята, мы с тобой повеселимся еще как. На тебе. Так, солдат мой еще живой. Электрокамыш. Крутая карта, ребята, кстати. Так, что мы сейчас с вами будем делать? У нас тут, так, тут 3 жизни, отлично. Это тоже мы с вами выставляем. О, сейчас мы с вами, ребята, позабавимся. Ну-ка. Так, использовать или не использовать? Сейчас у нас пройдет блокировочка, поэтому так, 3-2, нет, ничего не будем использовать. Давайте сражение, оставим наши курочки. Так, все окей. Отлично. Так, 10. Блокировочка и 9 мозгов у нас есть. Это хорошо, но, к сожалению, их некуда ставить. Ход растений. Приемы зомби. И так, давай, цитрончик, апельсинчик ты мой. Прикольно, кстати, нарисован апельсин, очень красивый. А, сражение. Оказывается, мой ход. Так. Вот, супер просто красавчик. Продолжаем мы с вами. Мы ничего не можем, ход растений. Приемы зомби. Да блин, что за фигня, это какой-то лаг, что ли? Почему цитрон ничего не выставляет? Скотина. Ну все, мы с вами прошли первый уровень. Ну, не такой уж и сложный. Дальше еще нам, наверное, покажут, где райки зимуют. Ну вот, получаем 15 монет, и идем мы с вами дальше. Выиграйте игру безумным зомби-героем. Окей, получаем плюс 10 алмазиков. И победа стражей. Выиграй игру растением-героем-стражем. Окей, идем дальше. Следующий уровень у нас второй. И посмотрим, что же там интересного сейчас у нас будет. Так, капитан Огонек, что же интересного там будет? Капитан Огонек против бесячества. Воу, какой он грозный, ребята, посмотрите. Ну что же, вытяните новые карты. Куряников я обязательно оставлю. И, в принципе, мне колода вообще нравится. Давайте мы его оставим. Отличная колода просто. И получаем еще мы с вами. Так, размещаю двух бесячих клонов со способностью амфибии на случайных линиях. Вижу, вы познакомились с капитаном Огоньком. Его дефис — власть горохострелом. Он и друзья его — смолистые деревья. Строго следует этому правилу. Очень строго. Ну, мы сейчас узнаем, насколько вы строго следуете своим правилам. Давайте нашу девочку-теннисистку поставим вот сюда. И ход растений. Так, наносит 3 единицы урона. Вот ты скотина. Ладно. Ну, в принципе, не такой уж и правильный ход, конечно. Потому что такие мощные карты надо использовать против мощных
зомби-героев, зомбаков, не зомби-героев, а зомбаков. Вот, так, у нас два мозга есть, и мы с вами пока что давайте сходим вот этим персонажем, вот этим зомби, и посмотрим, что же предпримет наш цитрончик. Ну, давай, мозгуй, мозгуй, у тебя есть время. Так, деревяшечка. Воу-воу-воу, тише, тише, вы чего? Так, что сейчас мы с вами будем делать? Ну, давайте бесят мы с вами все-таки поставим. Окей. Можно продолжить сражение. Но хоть какой-то урон мы сейчас с вами нанесем. Сейчас 5 стрел должен вроде бы добавить себе. Да, отлично. Ну, не отлично, отлично, в смысле, этот растению, а нам ни хрена не отлично. Сейчас, ребята, мы с вами наберем 4 мозга, и всем там будет хана. Пока что у нас 3, поэтому давайте, знаете, что мы сделаем? Вот так вот еще разместим под танцовщика. Так, диско-зомби. Вот, отлично, можем продолжить ход растений. Ход растений, ход растений. Посмотрим, что же выкинет наши растения. Так, опять горохострелчик. И где твой пенек? Вот он. Воу-воу-воу-воу, тише, тише. Так. Серьезное, серьезное заявление тут цитрончик у нас сделал. Блин, а? Так, сейчас вам всем хана. Сейчас мы с вами потусуемся. Окей. 3 и 1, 4, 2. Пока что... Блин, ну давайте, давайте ход растений. Посмотрим, что они у нас. Так, прием зомби. Давайте. Всем пока. Ну, у нас сейчас один горохострел все-таки останется, конечно. Та-да-дан. Та-да-да-да-да-дан. 14, 20. И давайте. Та-да-данс. 17, 17. Так, блокировочка. Так, растение наносит бонус на атаку. Ах ты скотина. Вот ты скотина. Давай, 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 давай. 14, так, 14, 12. Сейчас мы с вами повеселимся, блин, пинки. Так, нам нужно срочно замочить пятистрела, потому что он уже совсем охренел. Две жизни у него, и против него мы поставим вот этого зомбачилу. Потом у нас есть... Так, блин, как же быть? Ну, давайте вот так вот попробуем сделать, посмотрим, что предпримет цитрончик наш. Приемы зомби. Приемов нету, и сейчас кому-то хана, я чувствую. Та-ля-лянс, отлично. Замочили, наконец-то, мы с вами пятистрела, и амфиби-ниндзя вообще отлично атаковал. О, ход Гаргантюа, отлично, и давайте, ход растений, интересно, что же предпримет. О, кто это, это у нас персик, да, вроде бы? Нет, абрикос. Так, сражение. Та-данс, и ура, цитрон, ты же цитрон был, да, если не ошибаюсь? Цитрон вроде бы, цитрон или это апельсин? Ай, неважно, главное, мы замочили эту скотину. Пускай будет деревяшечка. И давайте идем мы с вами дальше. Следующий уровень, 3. Интересно, с кем же мы с вами будем... Нет, это не был цитроном. Так, снимите шкуру с фрукта. Ой, мозги, говорит. Цитрон против бесячества. Ну, цитрончик, сейчас мы тебя разденем. Сейчас мы из тебя сделаем цедру. Так, бесенок. О, в принципе, давайте Гаргантю поменяем все-таки вот так вот. И я думаю, мы можем начинать. Доп карту нам давай. Это у нас, так, животная сила. Супер прием. Зомби получает плюс 3, мега редкий. Окей, и начнем мы с вами с обычного зомби. Это у нас... Подтанцовщик, окей. И давайте, ход растений. Что же предпримет наш цитрончик? И... так, это у нас сельдипушка. Сельдипушечка атакует. И мы тоже, конечно же, не стоим на месте. Так, задница. Давайте вот эту карту мы будем называть задницей. А по сути это называется, так, сантехник на тарзанке. Но мы будем это называть задницей.
Так, бум-бум-бум-бум-бум. Так, три жизни у нас есть, а у Цитрона... нет, не Цитрона, а у Сильди Пушки одна жизнь. И, в принципе, вот так вот будет вообще отлично. И мы можем идти дальше. Потом мы еще можем... Так, стояночка, что мы вытворяем? А я сделаю... Так, знаете как... Так, раз, два, три. Раз, мы это уберем. И... Так, как же нам быть-то? Три атаки. Он же умрет у нас. Давайте лучше вот так вот сделаем. Так, вот. Так, так. Блин, я неправильно сделал, собака. Не надо было все-таки эту суперсилу использовать. Потому что, ребята... Потому что вот почему не нужно было это использовать. Потому что это добавляло только атаку, а мне же нужно было все-таки добавлять не атаку, а жизнь. Подтанцовщика мы с вами ставим подальше от электрокамыша, потому что тут у нас бьет рядом стоящего. И давайте продолжим. Да, я допустил ошибку. Использовал суперсилу неправильно. Так, растение получает плюс 2 жизни. Вот ты скотина, окей. Так, охренеть, еще и неуязвимый. Да, сейчас нас походу неплохо так помотают, ребята. 17-19. Да, печалька, печалька. Так, задницу. Давайте мы сейчас с вами используем задницу. Но перед этим мы с вами используем... Так. Все танцующие зомби получают плюс 2. Блин. Но у нас нет выхода, в принципе. Три жизни. Вот так вот делаем мы с вами. И давайте, ход растений. Так, блин, это вообще ужасно. Ужасно. Задница, давай, иди. Так, окей, и мы можем продолжить танц. Так, окей, 16, блокировочка, получаем мы с вами. Так, зомби прячется под надгробием. Нет, нам не нужно никуда прятаться. Так, бесенок у нас есть маленький, и... О, отлично, это хорошо. Так, с чего же мы начнем? Давайте вот сюда пока что поставим бесенка мелкого. И, блин, это вообще, ребята, труба. Да, наш цитрончик, походу, дело хорошенько подготовился, да? Блин, ну давайте пока что под надгробие за... Так, прячем зомби и давайте продолжим. Да, сложно. Может быть, просто карты не те. Бывает такое. Так, бесенка моего замочили. И так, кровожадный. Окей, кровожадного ставим мы с вами. А, это что у нас? Так, эксклюзивно, крайне редкий. Так, дискотрон 3000. При использовании размещает зомби, танцора, реплица, который размещает под танцовщика. О, вот это круто. Вот это круто. Мы поставим тебя вот сюда. Так, размещаем танцора сюда. Потом... Блин, он же у нас умрет сейчас, скотина, блин, надо было в другую сторону его, подтанцовщик. Да, все-таки чуть-чуть, сейчас камыш опять, так, уничтожает надгробие, ладно, давай уничтожай, скотина. Так, прием зомби, для приема у нас нету ничего, и давайте начинаем атаку. Сейчас мои зомбачелы умрут, к сожалению, и даже не смогут атаковать, черт побери. Хотя бы вот эту редиску мы с вами убрали. Бесенок 7. Да, гарганчи у нас есть. Так, все, пора вами кончать, ребята. И... так, гарганчуа. Ставим сюда. И ход растений. Орешек сраный. Окей. Так, что это было? Ну, ладно, хорошо. Танц, отлично. 14-10 у нас. И... Орешек. Теннисистка у нас выходит. И пора, ребята, всех замочить нахрен.
Так. Блин, не то же поставил. Ну, ладно, давайте. Давайте, ход растений. И что же будет делать растение? Сражение. Тудонс. Сражение тоже неплохо защищается, в принципе. И сейчас орешек мы сами убираем, отлично. И можем продолжить. Так, три. Вот так вот сделаем. И, блин, подтанцовщик, нам некуда размещать, собака. А нет, это у нас кто? Диско-зомби, да. Нам некуда, некуда и некого размещать. Так, орешек убрали наконец-то. И так, блокировочка сейчас у нас будет, да? Нет? Будет? Да, все отлично. На, идем дальше. Ход растений и приемы зомби. Приемов нету, идем дальше. Сейчас, я думаю, мы все-таки выиграем. Так, блокировочка. Так, и все. Наконец-то, цитроны мы сами замочили. Такой неплохой бой у нас был. И можем идти мы с вами дальше. Мозги. Мозги. Отлично. Монетки мы с вами получили. И идем мы с вами дальше. Давайте, кстати, посмотрим задание для бесенка. И посмотрим. Так, геройское задание. И где у нас бесенок? Нужно, так, больно на вкус. Создайте, так, тортострофу. Нажмите на нее в коллекции. Блин, что нам сейчас... Ну, давайте попробуем создать и выполним все-таки это задание. Где тартострофа наша? В принципе, есть у нас уже тартострофа вообще-то, блин. Что за беспредел? Тартострофа, информация. И чтобы создать его, нужно 50 энергии. Ну, давайте создаем и проходим задание. И все? Доволен? Все, молодцы. Вот прошли задание. Так. И что у нас дальше? Так, вы получили новую карту. Добавить в коллекцию. Ладно. Отлично. Добавляем. Окей. Давайте нам следующее задание. Так, и следующее задание это у нас... Так, геройское бесячество. Так, прием в мешке. Нанести 8 единиц урона растениям при помощи приемов. Так, ладно. Будем стараться. Следующий уровень у нас четвертый. Орех в доспехах против бесячества. Посмотрим на этот бой. Орешек у нас вылезает, который с какой-то броней. И на старте у нас давайте вот этого поменяем все-таки. И кого же еще нам поменять-то, а? Да, в принципе, пускай остаются, поехали. Вначале главное, я считаю, чтобы были карты с... Так, орех в доспехах. Вначале самое главное, ребята, чтобы, я думаю, были карты с маленьким количеством мозгов. Орех в доспехах обожает отправлять свои орехи в бой. Окей. Так, когда они вместе, так расколоть такой орешек сложно. Орех в доспехах верит, что чем дольше идет бой, тем лучше для него, а для вас... А не для вас, да. Ну что ж, давайте начнем с бесенка. Ход растений. Приемы зомби. И давайте, нету приемов, сражение. Та-дам. Так, теннисистка, давай. О, подтанцовщик у нас есть. А нет, давайте мы с вами поставим антигероя. Та-дам, ход растений. Давай, орешек, думай своим орешком. Это кто у нас? Перемещает растение, получает плюс 3 жизни. Ну, конечно, сейчас на низю перенесет. И, блин. Так, что мы можем... Ах ты, скотин. О, знаете, что мы сделаем? Мы сделаем... так, 1-1. Вот так вот мы с вами сделаем. И сейчас... кому-то будет хана. Так, сражение. Та-данс. Та-данс. Та-дан-дан-дан. И пока. Красиво было растение, но... Мы злые зомбачелы. Так, танцующие зомби получают плюс 3. Сейчас мы с вами сделаем. Давайте вот так вот. Размещаем под танцовщика. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. И вот сюда еще одного чувака. И надеюсь, растения нас не обломают. Так, кактус. Так, у нас не осталось мозгов, чтобы делать какие-то
приемы. Но, ребята, сейчас мы с вами знаете, что сделаем. У нас сколько? По 4 мозга. И что же нам лучше всего делать? Тан-тан-тан-тан-тан. Ну, давайте так, 2, 3, 1. Теннисистку сюда. Потом вот эту девчушку сюда. И ход растений. Посмотрим, что же они у нас делают. Так. Так. Печалька, печалька, беда, печалька. Тун-тур-дум. Так. Так, сколько? 2 единицы урона. Ну, давайте уберем вот эту скотинку. Как тусенка. И давайте продолжим. Так, сражение. Тудунс. Орешек получил 4 урона. Это уже хорошо. Но что плохо, это... Так, 4 здоровья, герой совсем... Так. Герой растений у нас добавляет 4 жизни. Хреново. Хреново. А, вот. Теперь вот это использование сверху, у нас 3 единицы урона. Окей. Сейчас мы с вами так и сделаем. Вот сюда мы с вами ставим. И кому 3 единицы, давайте вот... Да тебе. Орешек надо убирать нахрен. Ну, конечно, я мог убрать вон то существо. Это у нас броненас. Броненас или броняананас, что ли, что-то типа такого. Так, это что за скотин у нас? Что он делает? Так, лупа. При использовании плюс 1, единиц урон за произвест каждый бум-бум. Все, давайте. Начинайте мочить опять нас, скотины. Бумс. Да, все-таки нас расхерачат, походу, сейчас. Сложные времена, ребята, настают. И скоро нам, походу, дело а-та-та. Так, 2 жизни, 3 атаки. 2 жизни, 3. А вот сюда вот мы тебя поставим. Вот так вот. И давай. Донс. Ход растений. Опять эти орешки. Вот черт. Да, дело в том, что, ребята, эти орешки стоят, если не ошибаюсь, одно солнышко, что ли. Забыл уже, к сожалению. Так, ладно. Ну, пока что счет у нас равный, ребята. Почти что равный. Вот, поэтому надо всего лишь, ребята, нам собраться, и все будет хорошо. Так, давай теннисистку сюда. Потом, так, пирата, куда же пирата разместить? 2 атаки, вот сюда мы с вами давайте разместим все-таки. И идем мы с вами вперед. Сейчас, конечно, мы с вами получим 4 урона. Сражение. Так, ладно, хотя бы это растение убили мы сами. Блин, на второй раз уже это растение вылазит, и я все никак не могу прочесть, что же это за растение. Так, окей, у растения всего лишь одна карта, а нет, 2 карты, точно так же, как и у меня. И, так, 4 жизни, 1 атака. Бум-б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 ум. Ну, давайте вот сюда поставим. И давайте, ход растений. Так, сраный кактус, окей. Кого лучше всего убрать? 4 единицы урона. И давайте уберем мы с вами вот тебя. Окей. Блин, надо было орешек убрать, точно. Мой косяк, потому что за орешком можно спрятаться. И это уже получается на 2 героя на одном поле. Поэтому лучше всего надо было убрать, конечно же, ореха. Опять моя ошибка. Да, бывает, ничего страшного. Так, продолжаем ход растений. У растений... Ах ты, скотина. Так, 2, 1, 3. Давайте идем дальше. Пока что у растений больше жизни, и растение побеждает нас. Так, доп-карту. О, бесенков давайте разместим, наконец, отлично. Давайте нам, ребята, эпичную карту, и сейчас мы с вами... Не эпичную, а супер редкую. Блин, зачем ты-то вылез? Так, мы эту карту не будем пока что охренеть. Вот это у орешка карты, конечно. Так. Окей, кактус мы с вами замочили.
И что у нас сейчас будет? 18-10 пока что счет. О, давай. Вот это уже хорошо. Так, вот сюда размещаем под танцовщика. И идем мы с вами дальше. Давай, ставь все карты и приемы зомби. Так, прием. Это у нас всего лишь 2 единицы наносит, поэтому мы не будем использовать. Используем всю эту красоту мы с вами попозже. Так, что? Что это? Кого? Опять орех странный. Окей, так, эта хрень у нас все растет и растет. Это очень плохо. Так, 2 курятника и давайте ход растений. Охренеть, у растений там... Боже мой, охренеть. Так, давайте. Та-да-дан. Идем. Блин, чем больше наносит... Охренеть. Сейчас мы проиграем, короче, ребята. Сейчас, ребята, мы сами проиграем. Смотрите, очень так. 16... Боже мой, ребята, что я натворил? Так, сражение, окей. Давай, мочи нас. Да-дам. И мы проиграли, к сожалению. Но такой бывает. Орешек нас замочил. Сейчас мы, ребята, отгораемся, не расстраиваемся. И пока что, чтобы мы победили, ребята, давайте поставим все лайки. Так, задание выполнено. Окей, мы получаем 20 алмазиков. И так, следующее. Так, командир бесенок должен атаковать при помощи бесенка. Скотина не дал дочитать. Бесенка, какого бесенка? Так. Должен атаковать при помощи бесенка хот-дога. А у меня есть такой? Нет вообще? Где он? Бесенок хот-дог. У меня такие были, вроде бы, если не ошибаюсь, но чего-то я их совсем не вижу. Бесенок хот-дог. Так, где ты, хот-дог мой? Ай, ладно, давайте попозже вернемся сюда. У нас не время для заданий, у нас еще этот, всего лишь 4 уровень. У нас еще есть 5, а у нас тут орех нас крутит-вертит как может. Так. В принципе, нормальные карты. Давайте продолжим. Итак, ход зомби. Орех, мы это читали. Все окей, мы тебя поняли. Так, давайте начнем с теннисистки. Окей. И орех, давай. Ход растений. Что будет делать? Приемы зомби. Приемов нету. И давай. Минус 4, это нам на руку. Отлично. Окей. Так, следующий, так, как же нам быть? Давайте следующий точно так же, вот так вот, и давай, 4, главное против него не ставь. Так, зомби получает, вот ты скотина. Вот ты капитошка, блин, а. Ладно, давайте продолжим. 15-20 пока что. О, задницу мы с вами получили, это хорошо, и давайте подтанцовщик. Потанцуем, буги-буги. Отлично. И ход растений. Ну, орешек. Ну ты орешек. Так, сражение. Бу-бум. 13-20. Сейчас у нас орешек свои грецкие орехи как выставит. Все, нам хана будет. Так, 4, да, значит. Но пожарный, давай. При появлении рикошет другого зомби. Это что за рикошет другого зомби, интересно? Чего-то я не понял. Так, ход растений, надо было прочитать все-таки. Так, 4 единицы здоровья героя. Блин, вот опять скотина, а. Так, вот этого козла надо обязательно сразу же убирать. Рикошет, выберите другое зомби. Что это такое рикошет? Давайте почитаем мы с вами. Ну, давай, почитать. Ну, давай вот тебя уберем. Что это значит рикошет? На, возвращает обратно, окей. Так, очень-очень опасное растение, ребята, мы сами сейчас на пути видим. Это растение надо сразу же нахрен мочить, потому что это очень-очень опасная штучка. Так, теннисистку давайте мы с вами обратно на место возвращаем. И давайте еще
Так, у нас есть торт с четырьмя атаками, поэтому давайте мы воспользуемся против вот этой скотины, как называется, так, медвежья ягода, да. А, так, это у нас лупа, 5 атаки. А, перемещение растения. Сейчас, давай, перемещай. 7 жизней. 7, 4, 2, 5. Окей. Все, давай, мы с тобой прощаемся. Пока-пока. Ты нам приносишь много хлопот. Сражение. Так, ладно, получаем мы с вами 5 атаки. И так. Ниндзя у нас вышла. И так, размещает под танцовщика. Нет, все-таки это пока что ниндзя мы с вами сюда поставим. И вот тебя сюда, окей. Ход растений. И так, так, отлично. Все, это все, на что вы способны. Давай, давай, еще кого-нибудь. А мы вот так вот сейчас сделаем. Вот так вот. И еще мы можем, да, кого-нибудь убрать, да, получается. Минус 2. Это у нас вот все-таки тебя мы уберем. Вот так вот, отлично. И давайте сражение. Пока, орешек. Так, ниндзя тоже пока. И броненас тоже пока. Ну, хотя бы у нас пожарник остался живым. Отлично. А, теперь давайте так, 4-7. Получается, вот так вот нам нужно действовать. И ход растений. Малорех вылез. И сражение. Все, наконец-то, я думаю, мы уже победим. 2, 3 и 4. Окей. Бесенок у нас умирает. И так, это... О, отлично. При использовании наносит 3 единицы урона. О, все, наконец-то, ребята, мы с вами прошли. Данс. Ну, это блокировочка, окей. Что же предпримет растение? Нет, ничего. Так, приемы зомби, приемов нету. И давайте сражение. Та-данс. Ну все, орех, мы тебя раскололи. А внутри... Пустота, потому что ты дубень. Отлично, так. Призочек мы сами получили. И идем мы сами дальше. Так, ребята, еще один уровень. И мы с вами закончим. Цитрон против бесячества. Посмотрим, насколько сложным будет этот уровень. И давайте нам стартовую нашу колодочку. Посмотрим, что у нас там будет. Так, мы уже видим подвох. 5. Вот этого солдата мы поменяем. Подтанцовщика мы оставляем. И давайте, поехали. Читаем, что тут у нас сейчас будет. Так, внимание, на старт побей босса. Цитрон начинает игру с плюс 5 единиц здоровья и стенорехом. Снесите этот жалкий недофрукт. Я серьезно, молодец. Так, как же тебя снести-то? Да хрен тебя снесешь. Как? Ход растений. Да, конечно. Просто супер. Сейчас, вот 12 мозгов мы наберем. И у меня есть, ребята, супер карта. Это у нас... не ты. Это не ты. Да не ты, уйди. У нас супер карта. Это пир Гаргантюа. Так. Размещает 3 случайных Гаргантюа на 3 случайных линиях. Вот это будет атата, ребята. Давайте антигероя ставим сбоку. И ход растений. Эх ты, скотина. Так, растения получают плюс 2 жизни. И еще неуязвимость. Вот ты, собачка. Так, а если мы сейчас сделаем все это дело кровожадным? Нет, пока что не стоит, наверное, все-таки. Тудонс. 19-25. Это вообще нечестная игра, ребята. Вы же со мной тоже согласны, да? Так, 3 атаки, 1 жизнь. Вот так вот мы с вами делаем. И размещаем подтанцовщика вот сюда пока что на защиту. И ход растений. Воу, редиска сраная. О, орешек убрал. Ну, блин, этот орешек, конечно, опять вернется. Так, 3 атаки, 16-25 пока что.
Блин, это вообще жестко, ребята. Жесткая битва, ход зомби. Так, 4 жизни. Это у нас получается... Так, 4, 3, 2. Бум-бур-бум-бум-бур-бум. Эй, закройся. Давайте вот так вот сделаем. И вот так вот. Так, ход растений. Давай, выкинь еще один орех на поле. Перед редиской или перед колокольчиком. А, под снежником пускай будет, окей. Вот ты, так, это у нас как называется? Марка артиллерии, что-то там, типа такого, да? Охренеть, вот это у него атаки, а. Так, ход зомби. Ну, давайте вот так вот сделаем, окей. А, ход растений, ну давай, еще какую-нибудь штучку выкинь. А, хотя, знаете, что мы сейчас с вами сделаем? Блин. What the fuck? Так. Так. Думай, думай, думай. Ну, давайте сделаем кровожадными, окей. Да. Сражение. Все-таки вы растения охренели. 24-10. Это просто супер справедливо. Так, сейчас 12, еще 6 ходов, и вам хана. Сейчас мне главное, ребята, защититься. И 2 жизни, 3 атаки. И что же мы будем с вами делать? Так, 1 жизнь, 4 атаки. Ну, давайте вот так вот сделаем. И еще сделаем вот так вот. Окей. Ход растений. Мазафака. Что за хрень? Да. Жестокая битва. Так, зомби получают плюс 3 атаки. Да нахрен тебе эта атака? 4, так. Давай сюда возвращайся. Так. Так. Охренеть. Охренеть. Сейчас, ребята, по ходу дела мы с вами опять проиграем. Ну, не совсем весело, конечно, ребята. Хреноватенько. Это все. Так, ход растений, приемы зомби. Да все, давайте, убивайте меня, скотины. Все, мы опять проиграли, ребята. Сейчас попробуем еще разочек. Да. Жестокий цитрончик нас просто мочит по полной программе. Но ничего страшного. Мы пройдем эту игру все равно. Так, вторжение цитрона. Давайте, последний уровень у нас все-таки. Все-таки нам нужно это сделать. Да, и у нас, я думаю, все получится. Давай, загрузочка. Давай нам самые суперские карты. И мы вообще будем самыми счастливыми. Так, гаргантю убираем. Вот так вот. И можно стартовать. Так. О, отлично. Бесенков нам дали. Это вообще круто. Цитрон начинается плюс 5. Молодец, цитрончик. И мы тебя ставим вот сюда, чтобы этот сраный орех, стенорех убрать хотя бы. 4. Так, минус 4. Растения становятся неуязвимыми. What the fuck? Ну ладно. Нет так нет. Ладно. Так, у нас опять теннисистка. И давайте еще поставим теннисистку нашу. Да, и следующий ход ваш. О, сейчас мы с вами бесенков установим. Будет весело. Давай. Вот так вот. 4 урона хотя бы сейчас мы с вами нанесем. Вот так вот. Орешек получай. И, к сожалению, моя теннисистка тоже умирает. Так, что мы сейчас будем делать? Давайте поставим, наверное, ниндзя все-таки. Да, у нас танцующих пока что нету. Поэтому пока что мы не будем с вами ставить инструктора по аэробике. Так, что мы делаем? Давайте сражение. Сейчас у нас растение получает плюс... Минус 5. Нет, ни хрена не минус 5. Минус 4 жизни. О, what the fuck?
Смотрите, кого мы с вами получили. Бочка с бородатыми капитанами. После уничтожения наносит 1 единицу урона всем растениям и зомби, а затем создает здесь бородатого капитана. Вот это да. Так, давай, давай, бородатый капитанчик. Сейчас все будет. Ход растений. Так. Давай-ка, давай-ка. Та-дам! Па-бам! Тун-ту-дун! Тун-тун-ту-дун! Так, вот так вот, отлично. Так, а где все мои растения? Что-то я не понял. Не-не-не-не-не-не-не. Так, бородатый капитан, усы и пират. Блин, я что-то натворил не то. О! Так. Отлично просто. Вот так вот давайте мы с вами сейчас сделаем. Тан-тан-тан. Выберите, куда разместить подтанцовщика. Вот сюда размещаем. И так, начало хода. Все танцующие зомби получают плюс 2. Тан-тан-та-да-дан. Так, ход растений. Так. Блин, этот орех достал. Не орех, а этот. Морковка. Они слишком мощные, мне кажется. Вот. И где же там плюс 2 жизни-то? Я не понял, где мои 2 жизни для танцующих? Так. Давай в кого-нибудь крутого. Нет? Эх, блин. Эх, моего капитана опять замочили. Так. Зомби, 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 зомби. Так, 6, 2, 4. Так, 2, давайте. Так, блин, я даже не знаю. 5, 8. Как быть-то, черт побери. Ну, давайте, пока что мы с вами, ребята, защищаемся. Окей, ход растений. Уничтожает надгробие. Вот и собака, а. Минус 8 у нас сейчас будет. Давайте, давайте. Веселитесь пока что, а потом мы повеселимся. Так, этот орех опять вылез у нас. Так. Давайте нам эпик. Эпик нам давай. Эх, опять эта теннисистка. Окей. Так. О, сейчас мы с вами морковочки уберем, отлично. Это кто такой-то? Это у нас маг. При использовании размещает малышей с 1 единицей здоровья и способностью команда. Здесь и поблизости. Да вам всем хана, ребята, мои курочки. Отлично. И вот так вот, просто красава. Эх, вот это жизнь, вот это мне нравится. Давайте, мочите мои зомбачилы, и будет сейчас весело. Наконец-то, ребята, избавились мы от этих морковок и сраных редисок. Воу, кого мы видим? Так, 4 жизни, 4 атаки. Вот сюда вот мы тебя ставим. И так, выберите, куда разместить зомби-танцора. Так, зомби-танцор у нас станет вот сюда. А подтанцовщик у нас встанет вот сюда. Да, вот все верно. Эх, вот это круто. Блин, опять эта морковка сраная. Так, давайте. Ореху хана, это хорошо. Мак мы с вами убрали. И убиваем мы с вами морковку. И меня тоже замочили. Так, это у нас зомби Фламенко. Что за Фламенко? Да, Фламенко, окей. Так, давайте ставим. И сразу же атака. Пиумс, блокировочка, черт побери. И так, разместите стену ореха. Опять стену ореха размещает. А, окей, идем мы с вами дальше. Ход растений. Так, камыш. Электрокамыш и сельдепушка. Блин, сейчас меня опять замочат, скотины. Да. Охренеть, ребята. Вот это, конечно, был супер удар. Блин, у меня вообще карт нету. А у этого цитрона дохренища карт. И я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, что с этим делать. Ход растений. Сейчас он поставит своих... Блин, мину еще поставил, скотина. Сейчас он поставит своих ореховых стенок и своих морковок, блин. Морковную артиллерию. Так, 4. Ход зомби. Давайте, ход растений.
Приемы зомби. Ну, давайте уберем мы с вами вот эту хрень. И сейчас, ребята, как Цитрончик выставит все свои растения, вот там будет вообще весело. Вон у него там сколько карт. Да хренище просто. Нахрена мне эта задница, ребята? Давайте мне какой-нибудь эксклюзивный, крайне редкий приемы зомби. Давай, иди отсюда. Сражение. Сейчас растение мне устроит. Давай, ну и... Ход растений. Эх, ты издеваешься надо мной, да? Ну давайте, сейчас если мне выйдет какой-нибудь суперская карта, это вообще будет бомба. Так, это у нас, давайте вот этот орех уберем, тех ход растений и, так, приемы зомби, нету приемов. Так, что-то выстраивается, вот сейчас по ходу дела нам скоро, воу, воу, что это за чудо? Вот сейчас нам хана будет. Так, электрокамыш. What the fuck? Издевается над нами. Это чистой воды издевательство, ребята. О, курочки, это хорошо. Так, ход растений. Так, а уберем ли мы его или оставим? Давайте оставим пока что. Так, минус 2, минус 1, окей. А еще чуть-чуть, и надеюсь, мы всех расхерачим. Так, ход растений. Электрокамышонок. И, в принципе, сейчас мы попробуем все наши проблемы решить. И надеюсь, мы сейчас сами победим. Так, 13. О, гаргантю, что ли там? А, нет. Так, давайте, курочки мои, работаем. Отлично, молодцы. И давай, надеюсь, та-да-данс, отлично, наконец-то, ребята, фу, мозги, бесята мои, молодцы, так, у нас все получилось, и приз 100 монеток, отлично, так, бзоу, кик, 6 шашков зомби, нажмите в любом месте, чтобы продолжить. Вот это была бойня, ребята, да? Согласны? Вообще круто было. Так, следующий у нас Ков Ок Аркада. Что за Ков Ок Аркада? Хрен знает. Вот, очень интересно. Мы видим, что у нас 250 монеток есть. Значит, мы в следующей серии откроем 2 набора. Вот, поэтому, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь в Инстаграм. Не забудьте сделать репосты и написать свои комментарии под видео. А вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк. Всем пока.